Всем добрый день, я из Актюбинска, меня зовут Марина Деркач, я руководитель художественной галереи, руководитель ассоциации предпринимателей и тренер по творческому развитию. Я благодарю Владимира за сегодняшний день, достаточно продуктивный, емкий, потому что очень много знаний присутствовало, но когда их раскладывает профессионал по полочкам, становится все более понятно, все более реально, все более просто. Я обожаю выражение «все, что делается в жизни просто, ведет к росту», потому что в слове «просто» есть слово «рост», поэтому я желаю всем расти. Спасибо, Владимир, большое.